Название полностью оправдывает вкус и внешний вид этой потрясающей закуски. Невероятно вкусные шампиньоны, начиненные мясным фаршем. Такое блюдо и правда нужно пробовать, а не обсуждать. Если вы поставите такую закуску на праздничный стол, то она вмиг улетит со стола. Ваши гости будут приятно удивлены и обязательно спросят рецепт. А как приготовить фаршированные шампиньоны шикарные, читайте в пошаговом рецепте. Подготовьте все необходимые ингредиенты. Из зелени у меня базилик. Ножки грибов отрежьте чайной ложкой, аккуратно очистите шляпки. Ножки и остатки шампиньонов мелко нарежьте. Также мелко нарежьте лук и обжарьте на небольшом количестве растительного масла до мягкости, добавьте шампиньоны и обжаривайте в течение 1-2 минут. Затем добавьте фарш, посолите и обжаривайте до готовности мяса. Базилик мелко нарежьте, сыр натрите на терке. В сметану добавьте зелень и половину сыра, перемешайте. К мясной начинке добавьте сметанный соус и перемешайте. Шляпки шампиньонов плотно наполните начинкой. Переложите грибы в форму для запекания и посыпьте оставшимся сыром. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 30-35 минут. Фаршированные шампиньоны готовы. Они действительно шикарные. Лучше всего подавать грибы в горячем или теплом виде. Приятного аппетита!